В МКЦ НИУ БелГУ прошел традиционный международный фестиваль национальных культур «Мир – это мы», приуроченный к 140-летию университета. В празднике участвовали студенты из Китайской Народной Республики, Вьетнама, Индии, арабских стран, Эквадора, Колумбии, Африки, Турции и Украины. Ребята придумывали и воплощали в жизнь собственные творческие идеи. Танцевальные постановки, презентации, вокальные и музыкальные номера. Своими выступлениями участники представили зрителям смесь традиций и современности, отразившую уникальность каждой культуры. У нас есть много ребят совершенно других стран, мы общаемся, и мы познаем все-таки культуру друг друга. Это очень интересно. В программе фестиваля нашлось место и для русской культуры. Нашу страну на празднике представили творческие коллективы НИУ БелГУ. Вокальный коллектив «Звездный алгоритм» и ансамбль классического танца «Терпсихора Алиса». Очень интересно присутствовать на подобных мероприятиях, поскольку ты видишь, как живут студенты иностранные, да, в стенах нашего вуза. И приятно, что был создан такой фестиваль, где студенты наши могут проявить свою творческую инициативу. В завершении фестиваля проректор по культурно-воспитательной деятельности НИУ БелГУ Светлана Острикова вручила студентам дипломы за участие.